Представляю вашему вниманию аэроустановку на базе мотора Suzuki K6A. Это трехцилиндровый четырехтактный автомобильный мотор, японский. Вот такой моторчик, очень легкий, 55 сил, 55 килограмм примерно. Вот с таким вот ременным редуктором, межцентровое расстояние здесь небольшое. Также можно заказать аэроустановку с редуктором, у которого межцентровое расстояние побольше. Это уже у кого какой проект. Ну, в принципе, вот такой редуктор, регулировка натяжения ремня, флянец под ступицу винта, эластичное соединение. Также там есть и шлицевое соединение. Ну, в принципе, вот такой вот универсальный ременной редуктор. Также его можно установить на любой другой мотор, какой вас интересует. Ну вот, распиновка вся подписана, мотор проверен, поэтому кому интересно, телефон вы видите на экране, можете написать на WhatsApp, уточнить подробности. Можно заказать как отдельно мотор запущенный, так отдельно и редуктор любым межцентровым расстоянием. Также у нас можно заказать ремень. Основной профиль у нас М8. Длина и ширина может быть разная. Допустим, вот эта ширина ремня у этого шкива будет 110 миллиметров. Длина тоже по заказу может быть разная. Длина ремня. Это может быть и 2 метра, и 2,5. И вот как здесь, допустим, у нас длина ремня 960 миллиметров, профиль М8. Все, кого заинтересовало мое предложение, пишите на WhatsApp. Телефон видите на экране. Всем пока, до новых встреч!